Хейл, гейс, с вами Шмики, и да, как я и говорил, короче, когда дойду до стоков, будем, короче, сейчас искать где-то место, скорее всего, внизу, где-то в этом как раз и районе. Дальше в выгребной яме нам нужен ключ, потому что там, я помню, какая-то, типа, женщина стоит. Я здесь этот нашел, стеночку, увидел. Подошел и слышу, этот же орет. Жучок. Не, ну нам, в принципе, только сейчас вниз. Так, на лавочке отдохнем. А теперь нужно главное понять именно куда. По идее, нам в эту сторону. И мы должны куда-то и прийти. Главное, чтобы я не ошибался. Всех этих мелких мы ваншотим. Вот этих не ваншотим, конечно. Наносим урон сильный. Так, вниз. Так, а какой... Кажется... Нет, или это не оно? Главное, чтобы я просто не тупанул. Да, это оно, все. Так, юзаем способность. И полетели. Так, а теперь здесь нужно еще как-то выжить. Да? Да. Так, там есть проход наверх. Ладно, хилимся. Когда я смогу плавать в кислоте, может... Ух. Прям к яичкам. Так, там дозор. Посмотреть. И лишь доказавшись свою доблесть, в бою зайдут в эту рощу. А мне не здесь должны дать? Серьезно? А где находится то, что мне нужно? Зараза. Да, я понял. Ой, я слышу там кислоту, ну нафиг. Значит, мне сюда еще рано, да? Давайте, ладно, тогда вот этот участок, типа, рассмотрим, посмотрим. Так. Ай-яй-яй, я думал, я его убил. Черт. Ладно, хилимся. Тут наверх, да, еще есть. Пойдем посмотрим. Слушать. Эмилите. Ах, какой сюрприз! Ко мне не часто заходит. Давненько никого не было. Боже мой, быть может, несколько столетий. Надеюсь, я еще не растеряла манеры. Видимо, даже снаружи чуется мое
Так, благодействие, да-да. Я известна среди высшего света Хеллнеста. Ну, была известна когда-то, пока эти кретины не отправили меня в изгнание. Тебе уже приходилось видеть моих бывших товарищей, не так ли? Это они снаружи. Их пустые тела бесцельно ходят по улицам, а я все еще здесь, живая свидетельница их бесславной гибели. Ахаха, как же я счастлива! Порой судьба подносит поистине прекрасные дары. Как же все-таки прекрасна жизнь! И все? Назад? Да уж. Где мне эту сраную из слезу искать? А, то есть моя дальняя атака не работает. Секретная стена. А что здесь может быть? Так, тут я был, там сундук. Хорошо, делаем таким образом. Ребят, делаем таким тогда образом. Летим сюда. АЕФ. Значит, мне придется все-таки идти в травяные рощи, да? Получается только так. Бля, мне нужна эта кислотная херь. Капля. Я просто дальше никуда не смогу пойти без этой капли. Почему идет разрыв экрана, я не понимаю. Про синхрон. Хотя у меня включен синхрон. Так, вам поехали вниз тогда, здесь. Босс. Хера, где лавочка? А можно лавочку поближе? Так, мы там где-то открывали проход в город, да? Если я не путаю ничего. Можно пойти в город, сохраниться, либо посмотреть, есть ли там поблизости сохраняшки. Потом сюда вернуться. Потому что я думаю, это пока что самый такой правильный выбор. Чтобы пол карты потом не идти, не искать сохранение. И главное, у нее тоже нигде не отдохнуть. Так, есть поблизости? Ой, короче. Ой. Ну нафиг, пойдемте. Так уж и быть. Не повезет, не повезет. Главное, не дать боссу себя грохнуть. Потому что я там все равно буду полгода, походу, лазить. А нужно еще где-то тут деревья есть. Нужно будет еще за деревом сходить. За деревом надо собрать души для того, чтобы прокачать меч наш. Ай-яй-яй, там стена была сломана? Нет, показалось. Треснутая стена, думал. О, а там шипы вообще, видите? Блин, ну я понимаю, что это битва с боссом.
Внимание. А, все, это была типа западня, я понял, битва с боссом. Уже под малух сейчас будет. Он за стеной где-то. Так, а теперь главное понять измы. А теперь понять, куда мне идти. Так, там тупик. Опа! Слеза измы. Поглощено. Отталкивает кислоту, теперь можно плавать и в кислотных водах. И получаю урон. Отлично. Все, ребята, теперь мы можем плавать в кислоте, не боясь. Теперь мы можем... Блин, осталось что нам? Да, на самом деле не так уже много. Туда-сюда уже будет, по идее, босс. Так. Там я тоже, да, снизу где-то видел что-то? Тоже со стороны кислоты. Или там чисто тупик-тупик-тупиком. А ну? Нету, тоже проход. Ага, они не могут по кислоте плавать, а я могу. ДГ. Странные звуки. А, ясненько, окей, здесь. Только таким образом, да? А знаете, что мы... Ай. Блин. Тихо-тихо. Пипец, где удар показан. Ладно, отхилюсь. Теперь. Последний раз пробую, если не получится. О, получилось. Мне нужно в самый низ. Ага. Так, заряжаем меч. И погнали собирать деревья. У нас уже сейчас скоро 500 будет. Туда-сюда, и уже все. Будет прокачан меч. Угу. А, окей. Тут главное везде, да, можно попасть. Да бля. Так, ага. Бля. Да бля. Вы издеваетесь? Лавочка. Да. Все именно так. Теперь хер знает, куда нужно будет бежать. Хотя, не хер знает куда. Я же сюда же смогу попасть. Тут же проход есть тоже, да? Да, есть. Только, блин, время я буду тратить на это все. Ладно, хотя бы энергии насобираю. Так, так, так. Блин, зачем?
Что я делаю? А главное вовремя остановиться. Поехали. А как я тогда, я помню, мы с вами забирались? Без проблем всяких, наверх. Даже шипы не задевал. А теперь хер знает, пойми, как. Так, нормально. Напугал, дурачок. Я что-то не чувствую этот длинный удар на самом деле. Я только чувствую, как меня сейчас отпиздят. Так, отлично. 500 у нас есть. Так, все, отлично. Теперь у нас остались только пиздец, попробую достать. Да? Так, отлично. Так, ну, в принципе, думаю, все. Так, а что, давайте сразу думать на следующую серию планы. Что мы можем с вами сделать в следующей серии? Мы можем отправиться в этот, в рощу, где мы не могли раньше плавать. И плюс у нас будет открыта одна локация. Помните, где вот его нужно было проплыть? Туда мы сможем еще попасть. Туда мы сможем попасть. Палец. Да блин, как все испробовал, все попробовал, все нужно. Так. Окей. Потерял кнопку прыжка. Вот главное, он меня достает. А я его достать не могу. Скажите мне, где здесь правосудие? Так. Древний котлован. Древний котлован.
Так, отлично. Да, немного не туда пошел. Это который плечом атакует, да. Это тот, который плечом атакует. Хорошо. Котлован, здорово. Так, там дорога. Внизу на что? Внизу я не помню что, да? Так, нет, эта дорога мне вообще не нужна. Мне нужна сейчас другая дорожка. Пойдем сюда. Лавочка. И там я смогу пролететь, да? Если я ничего не путаю, то да. Еще нужно живым спуститься вниз. Живым нужно еще спуститься вниз. Так, на лавочке отдыхаем. Заряжаем, полетели. Ауч. Так, по идее... Хотя... Полетели обратно, нужно без урона это сделать. Полетели. Карта обновлена. Да? Да. Заряжаем и снова полетели. Ой, не туда. Отлично. Отлично, отличненько, просто великолепненько. А теперь понимать, где я. Туда мне не попасть. Там пиздец одни колючки. Кажись, тупик. Каев. Там большой сгусток бабла. Ну, ладно, средний, маленький. Будем честны. Странный пулемет. Да сколько вас тут? Ё-моё. Ай. Ай. Чтобы вы всрались. Ради чего я это сюда шел так? Чтоб еще раз, два раза трескнуться, класс. А не, куда-то иду.
Потихоньку дойду. Воет ветер, я не могу, куда я иду. Я сокращение пути себе нашел. Классненько. А я все равно сокра... Сосуд. Разбитый сосуд. Ай-яй. Я понял тебя, приятель. Я тебя понял, я тебя очень хорошо понял даже. Так, окей, полетели. Но зато мне там хотя бы этот есть. Сокращение пути. Убьем этого босса и закончим серию. Конечно, у меня не будет хила никакого. Хотя кому он нужен, да? Да вот, блин, ну чё ты ко мне падаешь. Ой, черт, бля, как мне с ним драться? Он на меня прыгает. Он на мне скачет. А он просто прыгает на мне. Мне нужно его грохнуть как-то. Мне нужно еще будет заточить меч как-то где-то. Ауч. Я еще прискоцнулся. А, сейчас придрочусь к его способностям. И будет пизде. Ай. Вот, блин, вот эти молекулы его. Раз, два, три.
Бля! А ты можешь без своей помощи этой сраной? Не, я не знаю, как с ним драться на самом деле. То, что он меня начинает бесить. Он меня начинает бесить. Он мне не дает ни хилиться. Может, типа, мне магию теперь на него юзать? Если не дает мне хилиться. Можно еще на стульчике попытаться этот... другой билд поставить на урон, билд урона. Бля, почему я прыгаю? Мне кажется, что он на меня хочет прыгануть. Ты что, и что мне ему сказать? Я не знаю, как... О, повезло. Раз, два. Все? Ой, бля. Освобождение получил. Тинг. Что мне дадут? Ту-ту-ту-тут. Босс я убил. Минус босс. Минус босс. О. Монаршие крылья, нажмите Z, находясь в воздухе, чтобы замахнуть еще раз крыльями. Изи, ребята, все. У меня есть все, что мне нужно. Осталось только проходить через черную херь. И все. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.